Дан старт скачки. Скачку Павел Принц Фауст. На втором месте Эвотис. На третьем месте Малина Лизвон, на четвертом Маскат. Скачку ведет Принц Фауст, на втором месте Эвотис, на третьем месте Малиновый звон, на четвертом Маскат. Впереди Принц Фауст, на втором месте Эвотис, на третьем месте Малиновый звон, на четвертом Маскат. 400 метров пройдено за 30,6 секунды. Первое место вышел Эвотис, на втором месте Принц Фауст, на третьем месте Малиновый звон, на четвертом Маскат. Скачку ведет Эвотис, на втором месте Принц Фауст, на третьем месте Малиновый звон, на четвертом Маскат. Скачку в борьбе ведут Принц Фауст и Эвотис. 500 метров пройдено за 32,1 секунды. Впереди в борьбе Принц Фауст и Эвотис. На третьем месте Малиновый звон, на четвертом Маскат. Скачку ведет Эвотис, на втором месте Принц Фауст, на третьем месте Малиновый звон, на четвертом Маскат. Лидирует Эвотис. На втором месте Принц Фауст, на третьем месте Малиновый звон, на четвертом Маскат. 500 метров пройдено за 35,3 секунды. Впереди Эвотис, на второе место выходит Малиновый звон, тут же Маскат, на четвертом месте Принц Фауст. Скачку ведет Эвотис, на втором месте Малиновый звон. На втором месте Маскат, на третьем Малиновый звон, на четвертом месте Принц Фауст. Впереди Эвотис, на втором месте Маскат, на третьем Малиновый звон, на четвертом месте Принц Фауст. 500 метров пройдено за 35,5 секунды. Впереди Эвотис, на втором месте Маскат, на третьем Малиновый звон, на четвертом месте Принц Фауст. Скачку идет Эвотис, на втором месте Маскат. На второе место выходит Малиновый звон. Скачку идет Эвотис, на втором месте Маскат. На третьем месте Малиновый звон. И впереди Эвотис. Открытого акционерного общества «Росиподромы» Николай Васильевич Исаков, руководитель управления производственной деятельности Татьяна Владимировна Моисеева. Уважаемые гости ипподрома, встретим победителя аплодисментами!